Первый фрагмент, 44-я серия сериала «Три сестры». Рюсюхан решила, что не хочет, чтобы Тюркан и Самара разводились, и хочет остановить их от принятия этого решения. Самара и Тюркан не могут забыть друг друга и проживают свою любовь как сумасшедшие. Тюркан проявляет свою гордость, а Самара пытается усмирить ее характер. Севиляй благодарит Узера, что он дал ей шанс наладить отношения с сыном и быть рядом с ними. Садык хочет заслужить прощение Несрин за то, что повел себя с ней неправильно. Рюсюхан, испытанная своими ошибками, узнает от Несрин, что запись, за которую ее могли посадить, отдал в полицию ее муж Озер, и это станет настоящим шоком для нее. Самар, узнав эту правду, придет, чтобы потребовать отца отдать акции матери обратно. Рючхан будет пытаться усмирить гнев Самара, который он направил на отца. Севиляй, услышав эти крики, придет и скажет, что нужно срочно вызывать полицию. Рючхан и Самар будут шокированы увидеть в доме Кромана в Севиляй. 44-я серия сериала «Три сестры» выйдет 4 апреля в 20:00 на телеканале Ди. На этом у нас все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!